Ну-ка давай, оценку номеру. Плюс, галочку, 5 плюсом, да? Техники, да. Торговый центр. Мир по-сербски, свет. Свет.
Меня зовут Илья. Я приехал из Сербии, здесь в Кинешму, посмотреть город Кинеш, который мне очень понравился. Я приехал здесь, потому что прошлым годом в Сербии познакомил Сергея. Он приехал в Сербию, потому что в Сербии город Владимирцы, маленький город Владимирцы, он повратился к Кинешме. И Сергею там очень понравилось, он меня пригласил в Россию, в Кинешм. Сегодня я здесь. Немножко погуляли по городу, посмотрели парк Победы, город, набережную, церкви, кино тоже посмотрели, там памятники Ленину, памятнику еще несколько здесь. Конечно, день солнечный, температура приятная, все хорошо. Да, еще хотел сказать, приезжайте в Сербию. Сербия маленькая страна, но Сербия хорошие люди, они любят русские. Там вам, конечно, понравится. Люди, страна, все, все хорошее. Мы ждем вас. Да, вот такой у нас причал, заросший весь уже, жалко. Корабликов раньше здесь много ходило, круизные лайнеры речные останавливались. А теперь только заросшая трава и ржавый металл. Одна из достопримечательностей Кинешмы. Я Илье сказал, что это дом Гарри Поттера. Гарри Поттер. Да, домик Гарри. Скажи, добро пожаловать, Гарри Поттер. Где там Гарри Поттер жил? Живет кто-то? Ну, разве что призраки. Да, вот такое здесь. Есть такая примета, если черная кошка дорога. У вас тоже есть, да? Примета про черную кошку. Но я не верю. Конечно. Я не верю в это. В эти суеверия. Баба Ванга. Баба Ванга? Это Баба Ванга придумала? Да, да. Или Йованка. В Сербии. Да. Показывали. В Болгарии Баба Ванга, да, была. А в Сербии Баба Йованка. А она совсем неизвестна. Да, но она неизвестная, да. Ванга-то известна, конечно. Я вообще не знал, а это сербская бабушка. Так я тоже не знал. Передачи только «Орел и Решка» показывали про нее. Thank you.
Ну вот, пока Илья любуется там волжскими пейзажами, хотелось бы вам рассказать про Мерак. Это одна из самых главных жизненных ценностей в Сербии. Это умение получать удовольствие от самых обыденных вещей. Ну что к этому можно отнести? Это умение наслаждаться чашечкой кофе, пением птиц, солнечным деньком, общением с друзьями, футбольным матчем, да чем угодно. Главное делать это не спеша, получать сам процесс, сам получать удовольствие от самого процесса. На самом деле перевод слова «мирак» очень неоднозначный, и он тянет на целую диссертацию. Это и выражение желания, и качество действия, и процесс получения удовольствия, и даже некая грусть. Колико расстояние измеджу два обала? Расстояние измеджу обала е око километр. А знаш ли ти колико е дубока река? 25 метра или 30 метра. Да, поприлично е дубока. А дали могу бродови да плове по реци? Можеш ли плевати до друге обале? Наравно. Река Волга е veoma mirna i tiha, iako je rastojanje čitavih kilometar, a dubina oko 20 metara, moguće je preplivati reku, bez straha, mirno i polako. A ti, da li ti možeš da preplivaš reku? Ja sam plivao do sredine i nazad. Вот еще есть одно непереводимое понятие в Сербии, это инат. Это значит что-то делать назло или вопреки, даже страдая от этого упрямства. Только сербы получают от этого удовольствие и при этом страшно собой горды. Но в то же время инат – это не просто упрямство, для обозначения которого в сербском языке есть и множество других слов и выражений. Инат – это целое философское понятие, чистая упертость, высший пилотаж, принципиальность. Лепота, залазок солнца. Ну что, идем на вечеру, когда завершим шетню? Да, наравно. Наравно? Конечно, наравно. Наравно. Корабль как будет? Брод, ладжа. Брод, ладжа? Глиссер, шамац. Глиссер, шамац? Да. Это все судно? Да. Корабль. Театр, театр как будет? Театр, ну театр я знаю, театр, я позорище. Позорище. Позорище, 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 позорище имени Островского. Набережная как будет? Обала. Вот это набережная. Обала. Обала, ну это как берег. Да. Берег, набережная одно и то же, обала. Обала. Шеталище на обале. Лес Шума, Шума. Дом Куча. Маленькие, вот эти домики там много. Да. Куча. Кучи. Куча. Кучицы. Кучицы. Дома кучицы. Куча, а маленький дом кучица. А если большой дом, то сграды. Сграды. Сграда, если там квартиры. А если это только для семью большой дом. Да, то будет. Да, велика куча. Велика кучица. Кучетина. Кучетина. Большой дом свой, велика кучетина. Велика куча – это кучетина. А если многоквартирный дом, то это высокоспратный сград или высокостанный, если много квартир. Да. Высокостанный. Высокоспратный.
Высокоспратные сграды. Сграды зданий. Ну, у нас высокоспратные сграды только 12-этажка. 12-спратные сграды. 11-спратные. 11, первый этаж не считается, да. 11-спратные сграды. Наивысшие сграды. Самое большое здание. Наивысшее. У Кинешму. Наивысшие сграды у Кинешму, да. Самое высокое здание. На краю фільму жалім даже захвалі милію за узвратити пустету у братську Русію, точніше у Кінішму, русські града побратим сербську града Владимирці. Жалім напомінути, дає Ілія біо одушевлен ліпотами наших малу града. Але у істу время он я відео Кінішму со свим своїм глинами і маном. І заіста, я сам жалію от сада госту покажу права Русія, погляд на многі ствари са различчих тачика глядишта. Мислім, дає Ілія у подпунності, Осетио свечари буравка у Руси. Видео е главный град Москву, омани град Кинешму, а так вот же е био у градовима средней величины, као што е Нижний Новгород, Калуга. Пробовал я русскую кухню и упознаю со традицием. Ёж сознал новые изреки и пословицы. И шао на отакмицу русской премьер-лиги Спартак Тойм на новом стадиону. Захвалюючи непредвидимом временную початку мая, успела я да осети на себе свои 4 годишние доба. Илья я бил у прилицы, да коммуницира со многим людьми, включаючи и мои приятели. И верую, да чему и далее бить и братские народы, и приятельские державы. А по могучности, да отлазите едни другим у посету. Постою еж много занимливых стварей, природных лепота и знаменитостей, как у Руси, так и у Сербии, пора то много, что смо веч видели. И верую, да ни одна политика, ни ее устанию достане на путь людском приятельстве, ер Руси и Сербии субрача за увек. Негодяи, изверги, вандалы, сломали надпись опять. Не желаешь жениться на какой-нибудь русской? Кто? Ты. Да, на русской девушке? Нет. Нет, не хочешь на русской? Только на сербке, да? Нет, только азиатка. Азиатка? Почему? И блондина. Почему именно азиатка? Не знаю, вчера... Увидел в метро такую блондину, азиатку. И тебе она очень понравилась, да? У нас из всего делают, если что-то разоряется, из любого здания делают торговый центр. А что еще делать? Спорткомплекс никто делать не будет. Лучше торговый центр. Непонятно вообще. Можно сделать гостиницу, культурный центр, конечно. А как-то облагородить, да, сделать маленькие домик отдыха. Да все что угодно можно сделать. Можно облагородить набережную, поставить столики, да, раскрутить туристическое место. Да это все можно, просто надо деньги. Вот и все. Фантазий у людей знаешь сколько много? Нет средств. Не река. Не река. Рек. Река. Река. Нема двогласника. Все су само гласни. Река. Едно слово, един глас. Река. 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 Волга.